Ту-ту-ту. Так, окей. Что теперь? Что теперь делать-то, ну? Как же быть-то, ну? Всем привет! С вами Ворм, это игра под названием Гоунер, которую мы продолжаем проходить. И тут такая вот штучечка сложилась, то, что я, короче, пришел вчера с ночной смены и уснул часов на 18. А когда проснулся, обнаружил, что я еще и заболел, поэтому у меня может быть кривой голос. Могу кашлять, могу сопливиться. Вот, ну, и не выложил вчера две серии. Так что, как бы, ну это, сорян, короче. Но, что я скажу насчет этого? Я же обещал выкладывать все время где-то по не меньше 3 видео в день. Поэтому сегодня, сегодняшним днем, сегодня у нас какое? Сегодня у нас 15 апреля, субботочка, да? Сегодня я выложу 5 видосиков. Это будет Гоннер, Dragon Age, летсплейчики какие-нибудь, может быть, да. И еще пару видосиков каких-нибудь тоже выложу. То есть будет у нас сегодня 5 видосов, 5 видосов. То есть можешь посмотреть на свою руку, ногу, или другую руку, или другую ногу. Вот, смотри, то, что там у тебя... Если ты не ассасин, у тебя там будет 5 пальцев, да? Если ты, ну, не ассасин, и если, ну, жив-здоров и не терял пальцы, то будет 5 пальцев, вот столько серий я сегодня выпущу, короче. Вот. Как-то так, да. И не болей, короче, и я за тебя еще сегодня отоспался, поэтому все хорошо и замечательно у нас получается, и вот мы проходим Гоннер сегодня. А, и кроме этого, я обязательно сегодня Гоннер мы пройдем до 3 уровня. Мне срать, как я это сделал, но я это сделаю и сделаю, короче. Как-то так, да, погнали. Так, вот как-то вот так, мы идем потихонечку. Сука, а? Ты смотри на эту мразь. Так, монетка у нас теряется, да? А я не успею разогнаться, поэтому хрен с ней, пойду монетку подберу. Окей, вот эта улитка меня затормозила, сучка, и она меня еще убила, смотри, а. Говносраная улитка. Ты смотри на нее, а. Ты смотри на эту мразь. Ты смотри, что делают. Они меня хотят зажать, суки. Только хер у вас что выйдет. Ха, тоже мне наивные. Наивные люди, просто вообще, я просто поражаюсь иногда этим. Мабам? Да что ж ты не хочешь призаряться ты сам? Опачки, сердечко. Ой, тихо-тихо. Чего ты меня боишься-то, слышь? Я ж не такой страшный. Да ты слышь, ежина. Соника на тебя не хватает просто. Иди Тейлса ищи с двумя хвостами. Рыжую. Хотя рыжий это ж пацан вроде, да, Тейлс? Тейлс уже пацан. Ей! Чуп. Ха. Лошира. Лоширодос. Нормуль, идем вперед, газуем, газуем, ходу, ходу. Не теряем страйк. Killing spree, yes, spree, или как он там называется. Падай, падай, падай сюда. Отлично. Давай. Ей, держим движуху. Иди сюда. Скорей. Отлично. Улитка, улитка, улитка. Ей, killing spree. Топ-комбо у нас, короче, сегодня. Это мы прям вообще сегодня шикарно поступили. Только бы сейчас все монетки я просру, которые насобирал, да? Скорее, 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 пока вы не исчезли, я вас соберу всех. Ла-ла-ла-ла-ла. Начало хорошее, но главное мне не каркать, потому что я умею каркать, когда я говорю, что начало хорошее, оно становится сразу плохим. А еще у нас тут секреточка, есть еще одна улиточка, у нас где-то ползает, сучка. Ах ты, сука! Вот ты смотри, что творит, а, сука. Сейчас меня убьет еще, я прям плакать буду, наверное. Где-нибудь в углу зажмусь под пледиком. Зато, может быть, подлечиться смогу. С чаечком так если взять, пролечь. Отдохнуть. Не знаю, что-то у меня температура, походу, но... Гоннер без температуры не тот гоннер, который мог бы быть. Поэтому идем дальше. Окейушки, окейушки. Пройдем мы сегодня, я обещаю, до 3 этапа. Мне срать, сколько я времени на это потрачу, но я его пройду. Раз обещал, и раз Ворм обещает, значит, Ворм свои обещания выполняет всегда. Раз Ворм обещает выкладывать по 3 серии в день, не менее, старается выкладывать не менее 3 серий в день, значит, он... Те серии, которые он не выложил вчера, да, я выложил вчера только один Dark Souls, да, и не выложил все остальное. Значит, я выложу сегодня те две серии, которые должны были выйти. Dance, dance, dance. Ладно, погнали. Все для своих зрителей. У меня аж гонор зависит от того, насколько я эпичный. Иди сюда, монетка. Ты упала не там, сука. Окей, собрали 3 ряда монеток мы почти.
Почти 3 ряда монеток. Сейчас отхилимся мы туточки. И начнется мой самый, сука, любимый уровень, который я просто ненавижу, терпеть не могу. Но я его, сука, пройду, потому что я обещал это сделать. Да, именно так. Я обещал это сделать, поэтому я его пройду. Да, да, да. Так. Говно ссаны. Нахер! Ходи ко мне. Так, так, опачки. Охеренно длинный уровень, прям вообще, я просто поражаюсь. Вот были бы все такие уровни на втором этапе, я бы, блин, прошел бы давно уже. А, что, запутался, да, не можешь меня найти, да, петух горбатый? Подлетите повыше, пожалуйста. Спасибо. Блин, вот как эту херню мне хлопнуть, а? Вот я не достаю до нее никак вообще. Она мне сейчас херачи будет. Бляха, надо было, чтобы она упала на эту петушню. Ха-ха, она не на эту петушню упала. Не туда, куда мне нужно упала она, сука. Падай вот сюда. Поднимись чуток повыше, я тебе один раз. О. Ай, черт, случайно второй выстрел сделал. Я хотел, чтобы она упала, короче, вниз взорвалась и захватила с собой эту пушечку сраную. Я, короче, тебе сейчас... Опачки, на нахуй. На, сука. Получи... Ай-яй-яй, ой-ой-ой-ой. Это близко было. Ганжубас, сука, саной. Ать! Куда ты улетела? Эй, иди сюда. Иди ко мне. Ой, патроны. Ах ты, сука, а? Ты смотри, а. Взорвалась, да, падла? А вот нехер, потому что на меня так нападать, сука. А я сундук там подобрал уже, да, сердце потерял и просрал сердце, осталось 41. Но сверху сундук сейчас пытаемся подобрать. Я надеюсь на это. Че, больно вам? Плохо, ребята, да? Иди сюда, да. Ха! Не попала по мне, сучара. Так. Тихо, 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 тихо. Ай! Нет! Нет, 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 ну нет, ну, ну нет, ну какого... Сука, жадность фраера погубит, сука. Мать твою. Ну я пройду до сегодня до третьего этапа, так что... Не переживайте. Я перемотаю в любом случае, то есть вы не будете все это говно видеть. Вы чё не заезжаете? Эй. Сейчас кто-то взорвется, да? Ха! Лошара. Ненавижу эти квадраты ссаные, блядь, летающие. Ах ты ж су... Нет! Нет! Пушка улетела, ну нет! Ну какого чёрта-то, ну? Сука. Черепа нету. Да ты все виноват. Да сука ты, мразь поганая. Я, сука, нахер, я не знаю. Ой, ой, ой. Ха. Сука, не хочет улетать. До свидания. Бляха, а. О, тут есть проход, я думал, тут тупик будет. Да ну нет. Спокойно. До свидания. Я не знаю, как это без пушки пройду, я просто без понятия. Вы гоните, что ли? Ха. Сука. Да ну не. Ага! Нет! Там какая-то пушка лежит, смотри. Ай, не ту кнопку нажал, сука! А что ты такая быстрая-то, сука? Ты видал, он ускорился просто, я в шоке вообще, ну блин. Ой, ладно, хрен с ним. Ну погнали дальше, чё? Я обрезать буду, скорее всего. Так что не ссыте, все нормально будет, мы пройдем сегодня. Пройдем сегодня, сука, босса второго. Я это, сука, я не знаю, я... Ворм сказал, ворм сделает. Это неоспоримое вообще свидетельство, доказательство. А ты что-то затянулся, думал, блин, смогу пройти в итоге, а нифига уже, сколько у нас там, 8-9 серий, 10, 15, 16, 20, 40. Я не знаю, сколько там серий, я их не считаю, потому что не помню. И в итоге, блин, мы все еще на втором уровне, этапе гнемся, жнемся, подыхаем, и ворм все время орет, матерится, его второе время бесит, и он его пройти не может. Ну что за фигня, так не положено, я обещал же пройти, я пройду. Время босса, сука. Нахер иди. Ты херовый торговец, но ты мне не очень нравишься. На, сука, получай, да, сука. Продает мне всякое говно.
прошлой серии. Козел. Нахер иди, ты тут. Next, please. Так, нужно череп забрать обязательно, потому что без черепа... Без черепа опять пушку просрём, я там опять буду прыгать как дурак. Да пошел ты со своей наградой, нахера мне твои патроны, сука, а? Череп мне дай, сука, пидор. Сука, сука, слишком много сук в этом, в этой серии. Не, ну нахер ли, а? Я прошу его череп дать, он мне дает какое-то говно. Не иди нахер. Нас, сука, нас, сука. Бабах. Next, please. Окей, попытка убить босса номер один. Погнали. Так, ХП. Получаем. Бомбы брать не буду, патроны важнее. Еще ХП можешь мне сделать, нет? Да нахер иди, короче, задолбал меня. Вор сраный. Ненавижу его. Тупой продавец. Я прошу его ХП мне дать, он не да. А почему у меня ХП не... А, восстановилось, нормально, все окей. Окей, ладно, поехали. Спокойно, все нормально. Спокойно, идем пока. Все хорошо. А, вот так можно сделать, да, получается? Ах, сука. Ах, мать-то, все, я просрал. Так, а я могу сделать так, чтобы они, короче, стреляли в него, типа. Не, ну просто, ну что я теперь тут сделаю? Тут нихера не сделать. Ну, по крайней мере, монетки теперь есть. На вторую попытку. Пошел в жопу. Саный торговец. Не дал мне ХП, да, сука? Я его убить же мог. А ты мне ХП просто не дал. Козел. Угу. А, бляха. Вот пушки меня бесят эти, их убить нельзя. Бляха, ну ты чё, гонишь, что ли? Патроны опять, сука, отвлекся на патроны, ну... Две ХП у меня остается. Как ты прошел-то здесь вообще? Ты охерел, что ли, пидор? Как он прошел? Спокойно. Не. Да вот как? Как? И не хватает мне одной монеты, сука. Ну ты что же будешь делать? Да нет! Ну как? Какого хера? Твою ж... Да как ты так выпрыгнул, сука? У меня пушка опять улетела. Да сука! Да нет! Да дай мне выбраться отсюда! Да как? Нет, башка улетела! Нет, 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 нет. Сука. Иди сюда. Ладно, попытка еще есть. Попытка еще есть.
Еще одна попытка есть. А что за музыка? А что музыка такая странная? Почему интересно? Сука, опять это говно. О, музыка, посмотри, ускорилась впервые у нас здесь. Только нахер она нужна. Нахер ее. Ненавижу этот уровень. Ненавижу этот уровень, сука! Дай мне хп, пидор. Еще хп дай мне. Пошел ты в пизду, сука, гондурас ссаный. Почему ты не можешь мне дать хп, козел? Почему ты не можешь мне дать хп нормально когда-нибудь, а? Смотри, кстати, а из грибов тоже иногда попадают монеты. А, за попадание, смотри, он все больше требует бабла, смотри. Вот, сука, ебаный читер, а? Петух, нахер тебя, козел. 4 хп у меня, чтобы пройти, сука. Блять, почему ты не сдохнул, сука? Так, окей. Чё теперь? Чё теперь делать-то, ну? Как же быть-то, ну? Так, до этого я не достану. Не! Пушка улетела, сука! Пушка улетела, пушка улетела! Пушка улетела! А, нет, нет, нет! Тело улетело! Башка сюда, иди ко мне. Да нет, ну почему ты упал-то туда именно, сука? Ссаная ты мандавошка, блядь. А-а-а! Сука, да-да-да-да-да-да-да! Да, я это сделал, мать твою! Как тебе нравится, петух, а? Пошел ты в жопу отсюда нахер катись, блядь, сука, вниз. Катись, падай, пидрила, блядь, ссаная. Съебался отсюда нахуй, петух, вали отсюда нахуй. На, сука, на, блядь, наконец-то я это сделал. Get off my lawn! Дали мне достижение за то, что я свалил эту ссаную, блядь, мандавошку вниз. В самые низы, прямо в ад, нахуй. Да, я это сделал. Без пушки, заметь. Без пушки с последним хп я это сделал. Ой, блядь. Как же меня бомбит. О-о-о-о. Открыто достижение импрессив. Само собой импрессив, блядь. Я столько времени потратил. Сколько времени потратил, даже не знаю, но... А чё Синекит у нас такой старый стал? Ты же вроде был адекватный, нет? По-моему, это был адекватный. Дай мне хп, пожалуйста. Он череп мне дал, и хп мне дал, восстановил. Отлично, отлично. Так. А у нас теперь будет тут несколько змеев, да? Нет, змей один. Только не говорите, что на самом деле мне нужно будет каждый раз заново проходить. То есть я не смогу здесь прыгнуть во вторую змею какую-нибудь, типа сразу в третий уровень. И меня заново надо будет это говно убивать. Но в принципе, смотри, в принципе я понял. То есть там, по идее, как он убивается? Просто, короче, бежишь в его сторону, убиваешь всех перед собой и подражаешь стрелять из автомата, короче. Потом чуть-чуть иногда подпрыгиваешь и стреляешь, прячешься под ним всегда от выстрелов этих пушек. И потом, чтобы в верхней части убить, там как нужно? Там нужно три башки у него взорвать, 3-4 где-то, 3-4. Эти красные херы нужно у него сломать. То есть ты по бокам слева-справа ломаешь, просто пробегая вперед-назад. Потом слева еще одну ломаешь, просто прыгай некоторое время и прячешься все время от пушки под босса, под самого. А потом просто вокруг него прыгаешь вот так вот потихоньку и его убиваешь, и все, и нормально, замечательно. Супер. Ой, блядь, как мне. Ого. Ух ты. Тут музончик зато поинтереснее. Смотри, опять улитки эти... А пушки-то у меня нету нихера. Так, окей, мухи с одного раза сдохнут. Это, слышь, что-то у меня... Ой, ой, что это за говно? Да вы чё, да вы гоните, что ли? Три полоски. Да ну нет! Ну, значит, получается, да. Ха-ха, сука. Давайте дойдем, ладно, до второго уровня.
Просто посмотрим, будет ли там второй червяк. Но я что-то сомневаюсь, то, что там он будет. Скорее всего, реально все-таки нужно будет каждый раз заново проходить всю игру полностью. О, будет меня бомбить. Как меня будет бомбить, сука? Дерьмо. Нахер сундук. Ой, блин. Но я доволен. Я все-таки прошел наконец этого босса второго. Это прям... Как... Не знаю, как назвать, короче. Получаю личную удовлетворенность, то, что я это смог сделать все-таки в итоге. Но я обещал, я свое обещание сделал. Мы убили второго босса и дошли до третьего уровня. И даже смогли на него посмотреть где-то 30 секунд. А как ты так зажался, если сначала не мог меня убить, сука? Ой. Нас. Короче, третий уровень получается что-то типа вот этого, только вот такого, улучшенного. Тоже есть эти падающие мухи, но они как-то слишком резко падают, и я хер знаю, как его проходить. Там нужно по-любому искать какое-нибудь новое оружие и новую защиту. Больше хп и больше всякой херни, короче, чтобы убивать, проходить, и было гораздо это все проще и интереснее. Потому что если вот так же проходить, если лучше я пушки не найду... Не, ну в принципе, смотри, мы нашли бластер, да? Что у нас происходит? Мы только с начальной башкой бегаем, да, и с начальным рюкзаком, потому что, ну, блин, мне так удобнее по факту. То, что мне не нужно подбирать патроны постоянно, да? Вот, и самое большое хп у этой башки. Башкой, которая там в измерении позволяет использовать, да, то есть там стрелять не только по прямой, но еще в другие стороны, она, блин, дико неудобная, она очень сильно портит себе привычное твое мировоззрение, мироповороты, короче, мироздание, мирознание. Инверсию, коррекцию, не знаю, какое слово подобрать еще. В общем, как-то так, да. Проще всего мне именно бегать с таким хп и с таким рюкзаком, чтобы всегда все было при себе. Хотя патронов я вроде много подбираю, но потом, допустим, если мы потом... Потом... В общем, у нас патронов не хватает и брать их негде. А рюкзака уже нет, если ты другой рюкзак взял. Правильно? Правильно. Так, ну сейчас у нас будет истина. Тут, в принципе, на изи теперь справляемся. То есть тут вообще без проблем. Сука, вот не всегда, правда, но ладно. Первый раз он меня ранил, короче, на самом деле. За все время моего прохождения сегодняшнего. Он меня ранил впервые. Ну, вроде бы как. Так, ну быстренько проверим. Если второй уровень, то на этом заканчиваем, в принципе, потому что, ну... Потому что опять проходить второй уровень, у меня сейчас нет настроения, ни желания. Хотя, в принципе, я понял, как его проходить. То есть там, на самом деле, ничего сложного. Да, только один червяк, значит, мы приходим во второй уровень, и опять это говно у нас начинается. Но, по крайней мере, теперь я знаю, как убивать босса. В принципе, можем также предочиться и убивать, как и первого. То есть, ну, я думаю, да. Падай вниз, сука. Не, ну, смотри, давай попробуем на изи пройти. До смерти, короче, играем сейчас, и все, и заканчиваем. А жена как придорчился? Вообще, мне вообще на все срать уже. Я вот на пушке стою, прыгаю. Вообще срать. Даже знаю, когда она взорвется, когда она сдохнет, умрет и все. На эту видал, прям попал. Попал сразу, видал? На этих мне срать, я их просто пропрыгаю и все. Ой. Сейчас я договорюсь, да, череп улетел. Видал, как могу? О, видал, что делаю? Видал, что творю? Вообще срать на все. Только я рюкзак проебал. О, это плохо. А, ну да. Да, да. Поспешишь, людей насмешишь, да? Ладно, хрен с ним, давайте на этом закончим тогда. Всем, кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, смотрите дальше, комментируйте, смотрите другие плейлисты. Следующую серию начнем, я думаю, сразу только с третьего уровня. Не буду я вам показывать все одно и то же все время. Будем сразу начинать с третьего уровня, пытаться его пройти. А может быть и нет, может быть я сейчас вру, короче, и хотя я... Ну, короче, не обещаю, вот, я так скажу. То есть, скорее всего, но не обещаю. Вот, начнем с третьего уровня, следующую серию. Вот, в общем, всем удачи, всем пока.